Доброе утро, 1 января 2021 года. Сейчас покажем, что вкусненькое мы будем кушать. Вот такой сыр. Вот такие чашки. Ёлку еще мы не выключаем. Еще недельку постоит. Ну и вот так окно у нас выглядит. И сейчас будет и корочка. Сейчас покажу. И вот вся моя корка. Арбуша, ковер. Ковер – это, короче говоря, икра. В переводе на русский. 100 грамм, которые улетят сейчас молниеносно. Он у нас на улице иней такой, вся белая. А нам, как обычно, не сидится дома и куда-то едем. А куда едем, я еще не знаю. Мы едем в Чарку. Это что-то даст. Это, короче, 33 километра от нас. Там есть один пункт видоковый, грубо говоря, смотровая площадка. Мы так не договаривались. Вообще. Едем мы. На улице вообще машин нету. Может, одна-две максимум проедут и все. Ни встречных, ни сзади нас вообще никого нету. Все пьяные, вонючие, лежат дома, на дороге никого. А это у нас делается новая дорога. Здесь все такое белое. На камерах, конечно, плохо видно, но иней на деревьях. Так идеально ехать, так мы сами и больше никого. Да, уже минут 5 едем, ни одной души. Будто все поубирали. Остались мы вдвоем? Да, если бы еще погода была хорошая, то вообще было бы прикольно. Но нет. Я больше всего жду, конечно, велосипедный сезон. 21-й год будем закладывать на велопутешествие, так называемое. Автопутешествие, скорее всего. Либо они будут слишком минимальные. В этом году мы проехали, ну, в том году уже, за сезон 700 километров, хотя изначально планировали 1000, ну, немножко не осилили, но в этом году должно быть много. Ну, да, в принципе, для нас и 700 уже, как считается, неплохо. Новички на таких великах, как у нас есть, были, то... Ну что, приехали мы вот в такое место, машину оставляем там внизу и направляемся вот туда вверх. Короче, пошли. Вот такое прикольное место есть здесь. Там нанизу город. Здесь, ну, как хорошо летом. Да, летом прикольно. Когда-то мы большой кебаб здесь ели. Ладно, короче, идем дальше. Вот я конечно делаю плавники. Улыбается и машет. Так, ну что, у нас тут начинается снежок. Аня, что, поедем куда-нибудь или нет? Едем. Сейчас я вам покажу, о чем речь идет. В
У Ани тут своя подготовка идет. Скоро будет новая фотка на Инстаграме. Так, ладно, что, едем? Едем. Погнали. Да, 2 часа назад было все нормально. Теперь тут каша полная. Ну ладно, как-нибудь справимся, я надеюсь, сейчас будем выезжать отсюда. Вот так вот в машине. Да, многого не видно. Я не знаю, сейчас дворники справятся, нет? Сейчас потом. Опа! Да, снегопад. Что тут? Машины все в снегу. Нормально, можно ехать. Да, я пошел. Короче. Там темный снег скидывает. Да, конечно. Зима к нам пришла. Так мы и ездим на зимних покрышках. Такие зимние, чтобы, короче, никакому врагу не пожелаешь. Бля, вообще, вообще просто закидывают. Зато нас... А мы едем, нам 35 километров по такой дороге. Все нормально. Машина прогрелась быстро на прогазовках. О. Уже теплая. Зато настоящая зима к нам пришла. Да, ну, на один день. Короче, на всех поворотах кидает. Просто на всех. И когда идет... да, самое главное, я забыл. Ремень. Ай-яй-яй. И когда идет снег с кашей, то... Носит везде, как идет асфальт, то ничего, нормально. Короче, поехали. Сейчас снимем вам дорогу немножко и продолжим. Короче, загородные дороги, вот как мы сейчас едем, плюс-минус, более-менее все асфальтовое, нормально. Как только идешь по улицам, там где, ну, обычные жилые дома, там, конечно, да, машину возят по разные стороны. А если вопрос, куда едем, то едем смотреть, возможно, будущий великанин. Да. Сплыл. Сплыл один у того же пацана, что мы покупали мне. Посмотрим. Тоже Specialized. Тоже черный. По фоткам выглядит приблизительно вот так. Так, ну что, мы приехали. Сейчас пойдем посмотрим. И решим. В общем, как-то так выглядит это местечко. И вот такой велик будет. Крылья потом снимем, конечно, но в случае чего они есть. Неплохо. Очень неплохо. Аня, ты довольна? Она как никогда рада. Неплохие велики здесь стоят, конечно. Очень даже. Ну что, как тебе? Хочу. Завтра будем забирать. Сегодня только задаток. Завтра покажем. Да, завтра уже тогда, чтобы полностью видео сосклепать. Завтра заберем, и тогда уже будет выложено. Так что поехали кататься на великах, когда захочу. Как раз снег повыпадал, можно выезжать. Прямое включение. Че, велик оказался довольно-таки неплохой. Аня вообще кайфанула. Да. Как она говорит, то это по ее размеру. Да, идеально села, идеально проехалась. Вообще так комфортно было. Прям ух, хочу быстрее. Хочу быстрее кататься. Пофиг, что снег. Нет, что, я по снегу не поеду. У меня есть эти... Только покрышки у нее 30-е. Да. Ну, кто понимает. А у меня 40-е. Разница, конечно, маленькая есть, но...
На асфальте Аня будет выигрывать, нормально выигрывать. У нее покрышки плюс еще протектор такой. По асфальту будет ехать как по маслу, ну прям вообще накат должен быть колоссальный. А еще там есть крылья, поэтому можно кататься хоть по дождю, хоть по снегу. А но, у тебя нет. Но еще, а летом ты будешь с крыльями ездить все время? Нет. Ну все. Да, конечно, лучше было бы, если бы у меня они были, я бы просто в наличии имел бы, в случае чего. Но мало кто их натягивает, конечно, в основном все стягивают, а у некоторых даже вообще не предусмотрено как таково. А еще там есть уже сразу крепление для бутылок, но он сказал, что еще одно поищет, потому что там для двоих бутылок, поэтому надо ему завтра напомнить. Мне понравилось, я довольна. Хочу скорее. Это хорошо. Все, поехали дальше. Дальше едем на тоже очень интересное место, красивое. Поэтому через полчаса где-то мы приедем, включаем камеру в дорогу, ставим на маленькое ускорение, посмотрим ночную дорогу и попадаем в то красивое место. Так что погнали! Так, ну что, мы приехали на это местечко, сейчас покажем. Сделаю такой мини-мини-мини клипчик. Вам понравится. Да, понравится. Но выйду только я снять, потому что на улице снег с дождем лупит. Аня в обычных кроссах. Потому что зачем? А, ну, она на велик садилась, а у нее бутов нету, которые как спортивные. Поэтому в кроссах, а в кроссах, если она сейчас выйдет, то она и быстро в болото сядет. В болото сядет. А что, тут, в принципе, только ступни и все, и уже кроссовки будут все мокрые. Все, поэтому я пошел. Короче, приехали сюда. Очень прикольное место. Далеко не каждый так может сделать. Таких, конечно, единицы. Это вообще стоит увидеть. Да, это стоит увидеть. В принципе, в своей жизни я первый раз такое увидел. Да. Вот еще одни, но это уже скромно, это так все делают. Вот такие дела. Вам понравилось? Нам да. Я думаю, им тоже. Ладно, двигаемся дальше. Опять доброе утро. Привет. И мы сейчас едем забирать то, что смотрели вчера. Снег опять навалил. Сейчас, наверное, будет скрытый лед, потому что засыпало снегом сверху. Ну, в общем, посмотрим. Железный конь с нами. Вон там, да. Если там что-нибудь будет видно, ну, в принципе, мы его потом достанем. И будет нормально видно. И что у него? У него тиагра. Ну это больше к шоссовому разделу принадлежит. Чуть-чуть планка выше, чем у меня Сора, но плюс-минус, то на то выходит. По цене вышло тоже так же само. Года. Я не смотрел, правда, эту эмблему. Но я думаю, тоже 17-18, либо... Нет, 19 вряд ли, наверное, 18 год. У этого документов нету, только будет чек о покупке. Но это, в принципе, тоже спокойно, потому что если вдруг какие-то проблемы, то только скажешь. Все. Я купил у этой фирмы и все. Аня рада. Да. Первый ее велик. Первый ее нормальный вообще в взрослой жизни. Первый еще и хороший велик. Нормально. Все, когда едем? На пару лет хватит. Это я не постоянно. Это мне надо менять часто что-то, где-то как-то. На одном месте не сидится. Аня чуть поспокойнее в этом плане. А куда едем?
Домой сейчас поедем. На великах никуда пока. Сейчас ближайшие 2-3 недели обещают вообще огромные снегопады. Минус 10. В некоторых местах Польши вообще минус 30. Я, правда, не верю, что минус 30 это какие-то нереальные цифры. Там все Копаны, там где горы. Может быть. Короче, вот так вот. Мы как раз купили, когда будет везде все холодать, будет самая плохая погода. Ну ладно. Месяц перестоит. Ну вот такие вот дела. А сейчас мы приехали на заправку. Сейчас туда вон заедем. И домой. Газ тут 2.15. Довольно-таки неплохая цена. Вчера было все заснежено. Сегодня вроде как растаял. Но у нас на парковке полный капец. Такое ощущение, как будто у нас, не знаю, совсем другой климат. У нас еще снега много. Машина там скользит. Зато выезжаешь на улицу, ну, на нормальную. И все. Сухой асфальт. В принципе, я только что показал, как тут выглядит плитка. В общем, мы задуваться и в дорогу включаем маленькое ускорение. Там дальше уже приедем, покажем велосипед. Все, мы идем домой. Здесь еще один младенец дома. Ну что, он такой же плюс-минус легкий, как и мы. Я довольна. В общем, вот так он выглядит. Состояние фактически идеальное. Пилка в идеале, нижняя труба тоже. Единственные маленькие микропотертости. Я их, наверное, на камеру нормально не покажу. Короче, не показываю даже. Так, тут вот так все обстоит. Тиагра. Звезды нормальные. Цепь тоже. Короче, вообще с минимальным пробегом. Прям реально с минимальным. Руль слегка овальный здесь вот. Вот здесь. Это намного удобнее, если, ну, едешь, хочешь за эту часть браться, то руки намного меньше устают. Короче, прикольно. Ну, если духа такая. Да? Итак. У нас сегодня 6, да? 6 января. Заканчиваются зимние праздники. Сегодня три короля. Поляки празднуют, ну, либо по-украински Рождество. Два в одном. И что, я сейчас, наверное, повезу ноутбук, повезу хозяину. На обратном пути там надо тоже еще заехать. И что, я в итоге его почистил, бинду перебил, все поустанавливал, и все. Ну а Аня, что ты делаешь? Клеится. Как-то так все выглядит. Расскажи. Делаю тесто сейчас. Там у нас мука, сахар, соль, дрожжи, яйцо. И вода. Сейчас... Вот такая мука. В принципе, самая обычная. Сейчас это будем... Сейчас будем делать тесто роботом. Понятно. Вот у нас витаминчики. Витамин С. Ну и омега. Правда, если бы еще была регулярность какая-нибудь, то было бы прекрасно. Ну, а так... Не каждый день получается. Ну и все, мы начинаем. Так, а я, короче, буду чистить орехи на кучу. Ну а у робота тоже уже заканчивается процесс. Он с какой маленькой фигни начинали. И сейчас не кислый такой шмат. Очень удобная штука. Аня там моет посуду, либо какие-то свои дела делает. А он тут сам свои дела делает. Короче, время выигрываешь просто нереально. Поэтому рекомендуем. Сколько орехов было, и сколько орехов стало. Больше работаешь с этим орехами, чем самих орехов получаешь. Ладно, процесс идет полным ходом. Ну а я поехал.